«Три года ты мне снилась». Для вас поют Марина Жденева и Павел Харевич. Встречайте. Спасибо, Павел. Это просто сюрприз для меня, что он пришел. Спасибо. Один из золотых саксофонов нашей страны, можно сказать. Давайте поаплодируем. Аз. Нет, я имею в виду, он из золота сделан. А он еще и поет. Павел Харевич. Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, майским утром, тихим садом, с крыльями орлиными, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самого далекого, самого желанного, как это все случилось. Какие вечера! Три года ты мне снился, а встретился вчера. Не знаю больше, зная, судьбу свою храню. Тебя, любимый, знаю, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная, как это все случилось, какие вечера. Три года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше, зная, мечту свою храню. Тебе, моя родная, тебе, моя родная, ни с кем я не сравню. Тебя, любимый, знаю, ни с кем я не сравню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Спасибо. Марина Настоящий Жденева, подарок. Павел Харевич.